Владимир Сапрыкин. Наказ. Мне наказ отца родного веки не забыть. Люди могут, как собаки, взять и укусить. Не со зла, что где-то лучше, а от черной зависти. Человеку свойственно делать людям гадости. Обходи их стороной, не вступай в помелику. Лаем и укусами не открыть Америку. Все наказы батюшки мною исполняются, но завистники, как прежде, лают и кусаются.